Всех приветствую на канале Ярославский огород. На дворе 14 апреля, и сегодня прошло 20 дней с момента посадки семян сортов Линда F1 и взрыв. Это оба низкорослых томата и, надеюсь, урожайных. Всхожесть томатов сорта Линда неплохая, 70%. У взрыва все очень печально, всего 25% посеянных семян взошли. Для съемки взял по среднему представителю рассады обоих сортов. Справа Линда F1, слева взрыв. Особых различий я пока не замечаю, разве что представитель взрыва чуть посильнее своего конкурента. Напомню, что сажал семечком прямо в горшок без пикировки, ибо я очень ее не люблю. И впоследствии подсыпал землю для развития более мощной корневой системы. Также хочу отметить, что при пересадке уже в парничок к Линде и взрыву добавятся еще три сорта. Это хурма, балконное чудо и снегирек. Так что обязательно жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!